Приготовились. Данстарт третьей скачки. Призу на встречу универсиаде. Прием очень кучный. Дальним полем вперед выходит RGS, тут же Вальяж. Вальяж по противоположной прямой выходит вперед. Рядом с ним RGS, Серебряный Бор, Абу Харматан и Куриче. Куриче возглавил скачку по противоположной прямой. За ним Абу Харматан и Серебряный Бор. Полевой стороной дальним полем идет Вальяж. На четвертом месте Биной, рядом с ним тут же RGS. Далее с небольшим просветом Quiet and Danger. За ним идет фаворит Golden Cascad. Остальные растянуто. Замыкает казак. Тем временем Серебряный Бор пытается атаковать Куриче. Захватывает его в левом повороте и выходит вперед на шею. Скачку возглавил Серебряный Бор. На втором месте Куриче. Тут же подтягивается Quiet and Danger. Quiet and Danger включается в борьбу полевой стороной. Захватывает лидеров и выходит вперед. Выход на финишную прямую. Впереди Quiet and Danger, на втором месте Серебряный Бор. На третье место выходит RGS. И тут же Tactful Chase, а дальним полем American Meshuggah. По финишной прямой. Впереди Quiet and Danger. Далее борьба за второе место. На втором месте выходит Tactful Chase. Впереди Quiet and Danger. Tactful Chase на втором месте. На третьем RGS и полевой стороной делает бросок Golden Cascad. Но это уже не имеет значения. Quiet and Danger выигрывает приз на встречу универсиаде. Вторым финишировал Tactful Chase, на третьем месте RGS. И на четвертом Golden Cascad. Остальные кучно. И растянуто. Растянуто замыкают Куриче и Казак. Церемонию награждения проводят первый заместитель министра по делам молодежи, спорту и туризму Республики Татарстан Азат Рафикович Шарапов, заместитель председателя правления Россельхозбанка Кирилл Юрьевич Левин и директор татарстанского регионального филиала Россельхозбанка Раис Анварович Хамзин. Ну а трофей получают мастер-жокей Шамиль Хатков, жокей, тренер первой категории Сергей Колесников и Фатых Сибагатуллин, в честь которого и назван конный завод Нурлатский. Спонсором скачек является Россельхозбанк. Дамы и господа, приветствуем победителей приза на встречу универсиаде.